18 сентября ровно в 20:00 в Ульяновской области закрыли свои двери все 986 избирательных участков. Уважаемые присутствующие, время 20:00, участок закрыт. Сначала в каждой участковой избирательной комиссии ведется подсчет неиспользованных бюллетеней. Процедура эта несложная, но длительная. Затем неиспользованные бюллетени гасят, отрезая ножницами левый нижний угол. Вы видите, как это происходит в участковой избирательной комиссии номер 3403, которая работает в помещении факультета дополнительного образования Педагогического университета на улице 12 сентября в Ульяновске. И только после этого, а также после перекрестного подсчета всех принявших участие в голосовании, члены комиссии переходят к подведению итогов выборов. Первые результаты смотрите в следующем выпуске новостей «Ульяновской правды». Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».